На Филиппинах из-за наводнения погибли 4 человека. Ливни в северной части страны не прекращаются уже несколько дней. Синоптики сообщают, что муссонные дожди могут вызвать оползни и паводки. Эвакуированы около 3000 человек. Всем судам запрещено покидать порт. Отмечу, неделю назад здесь же, на Филиппинах, жертвами наводнения стали по меньшей мере 30 человек. Еще несколько до сих пор считаются пропавшими без вести. Тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. В столичном районе закрыли школы. Там затоплены многие улицы, нарушено транспортное сообщение.